Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов. Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное заседание, первое в этом полугодии, в 23-м году. И оно посвящено той проблеме, которую мы поставили еще вот во второй половине 22-го года, и ее всесторонне обсуждаем, обдумываем, потому что все мы материалисты, Гегель – идеалист. Мы изучаем работу этого идеалиста Гегеля и должны хорошо понимать, что, так сказать, мы как материалисты можем взять, а что, так сказать, мы можем взять для рассмотрения и учесть, что это рассматривать можно, но это не есть то, что представляет собой истину. Какие у нас примеры из тех людей, кого мы уважаем бесконечно и на кого ориентируемся? Потому что без авторитетов нигде не проживешь, в том числе и в науке. Такие авторитеты – это, прежде всего, Маркс. Что Маркс по поводу Гегеля сказал? Маркс сказал, что мое отношение к Гегелю ясно. Гегель – мой учитель. Вот, если мы будем спрашивать, откуда возник вот Маркс вдруг такой, с такой работой, с таким объемом, с таким капиталом, который он сам даже не мог закончить, если бы не его друг Энгельс, так сказать, остался бы только первый том. Гегель. Но при этом мы знаем, например, тезисы о Фейербахе Маркса, где он прямо говорит, что да, конечно, человек есть продукт обстоятельств и воспитания, уже, так сказать, материалистическую позицию высказывает, но тут же ее превращает в позицию не просто материалистическую, а такую, которая учитывает активную роль сознания и действий субъекта истории, человеческого общества. Вот у Гегеля о человеческом обществе вот в этой книге ничего мы особенно не найдем. Мы там найдем про человека, про одного, про одиночку. Хотя и говорится там и о морали, и о праве и так далее. Например, что касается теории права, которую Гегель развивал, ее в пух и прах Маркс разбил. К критике гегелевской философии права. Вот там учиться там нечего. Если вы возьмете философию истории, но философия истории сводится у Гегеля к тому, что есть абсолютная идея, она проявляет себя в войнах, революциях и так далее. И все вот эти огромнейшие события исторические, они представляются как действие абсолютной идеи. Так вроде гладко получается, но бездоказательно и малоинтересно. Поэтому, а если вы возьмете историю философии, которую написал в это же примерно время Гегель, это очень интересная и полезная книга. То есть, история философии в изложении Гегеля. Очень интересная и нужная. Вот. Так что мы, так сказать, знаем, так сказать, что это какой недостаток. Это недостаток исторический. То есть в то время еще не созрели события к тому, чтобы написать вполне материалистическую книгу. Поэтому и Маркс и Энгельс изначально были кем? Идеалистами раз, и гегельянцами два. Вот, и они, значит, младогегельянцы, так у них кружок такой был, ну, вроде нашего этого кружка, только мы уже тут старогегельянцы и марксисты, а это там был младогегельянцы. И вот, значит, они были, а потом появилась книга Фейербаха «Сущность христианства», и он объяснил, что если у вас есть преподобные там на небе, преподобные, значит, у вас есть вот те, которые на небе, они подобны тем, которые на земле. А толкуют это так, что вот те, кто на земле, подобны тем, кто на небе.
Так что вот мы знаем, что если один треугольник подобен другому, то другой подобен первому. Поэтому можно и так трактовать, и так трактовать. Так вот, трактовать надо так, как сказал Фейербах, что это все свои земные проблемы и все свои думы земные и мысли земные, и самые хорошие, и самые, между прочим, глубокие, они выражаются как мысли Божьи, мысли, которые там. А поскольку они очень важные, то нужно это переписывать, и это трудно было, не все издавали. Ведь все эти книги Библии переписывалось в монастырях. И, наверное, вы знаете, что в Библии много очень мудрых мыслей. Она, это сокровищница тех мыслей, которые могли родиться тогда, когда еще наука была общественная, неразвитая. Ну вот я не знаю, как вот присутствующие здесь, я имею в виду, что нам приходится сталкиваться с религиозниками, прочитал «Науку логики», специально купил в Думе, такой у меня дома есть вот такой том, мелким шрифтом все написано, долго-долго читать надо. Вот, и я, значит, читал за две недели. Две недели читал, а чтобы, так сказать, не умереть от тоски, я в это время копал там у Овчинникова, который мой родственник, под дачей, так сказать, чтобы кессон сделать, большой-большой котлован. Два часа котлован, два часа вот Библию. На два часа нормально совершенно, а уже после двух часов хочется котлован порыть, а потом можно снова. Но однажды это выяснилось, что это полезное дело было, потому что как-то мы в Ульяновке работали, и тут явились... Значит, пропагандисты, помните, которые с книгами ходят? Свидетели Иеговы, да. И они сначала напали на наших там ребят, передовая часть, которая там работала. А я там где-то, мы обычно с Казеновым там в дальнем углу, вот туда, значит. Они как с этими книжками стали обращаться, человек говорит, идите там, вот Михаил Васильевич, он Библию прочитал, с ним поговорите. Ну, вот они приходят, такие важные две тетеньки, вот такие книги у них. Вот с уважением можно относиться, столько таскать в руке. А вы правда Библию прочитали? Да. И что? Очень интересная и полезная книга. Я говорю, а вы что, на самом деле свидетели Иеговы? Она говорит, да. И что, видели его? Она говорит, нет. Да какие же вы свидетели? Я говорю, вы же лжесвидетели. Они эти все книжки свои подхватили и деру от нас. И... Но судьба этих свидетелей, между прочим, быстро закончилась у нас, потому что вот недалеко отсюда был здоровый центр этих свидетелей, я говорю, на Коломяжском шоссе. Сейчас его передали, соответственно, медицинскому учреждению, так, и, в котором, так сказать, лечат всякие сердечные болезни. Алмазовский центр. И вот эти самые свидетели Иеговы, они тут занимались, так сказать, околпачиванием, одурачиванием людей очень сильно в России. 10%, и их запретили. 10% надо сдавать на церковь. Да, и, соответственно, так сказать, их вот запретили, теперь нам легче. Вот. Ну, а из этого не следует, что, вот Библия, книжка та, которую не полезно читать. Уже полезно почитать, конечно. Полезно, потому что в том виде, в каком так, тогда могли люди записать какие-то мудрые мысли, в таком виде и записали. Поэтому иногда и нам хочется сказать, что вот с Божьей помощью, может, мы и одолеем эту науку логики. А без Божьей помощи как-то тяжело. Вот. И даже, так сказать, как-то задача, когда сидишь не один, а как-то есть всегда. Ну, сейчас проще, сейчас можно товарищу позвонить по телефону, по WhatsApp особенно, увидеть его. И уже вот, ну, уже совсем другое дело. А тогда тяжело было один, когда читаешь, изучаешь. Это о проблеме, которая стоит после того, как Маркс и Энгельс прочитали Фейербаха, они перевернулись. Поэтому мы не можем считать, что, так сказать,
Фейербах не сделал такого великого дела, он перевернул Маркса и Энгельса. Хотя они и говорят, что мы, так сказать, поставили на голову гегелевскую философию, поставили на ноги. Вот. Но и сами они, благодаря Фейербаху, стали на ноги, а так стояли на голове. Младогегельянцы, и, так сказать, вот они были достаточно моложе многих здесь присутствующих, а потом вдруг стали последовательными материалистами, и тогда, когда они соединили диалектическую логику с материализмом и создали сначала диалектический, а потом исторический материализм, вот тогда и началось действительное развитие общественной науки. До этого общественная наука не вполне завершила свой этап становления. А так она уже, можно сказать, имеет дело с тем, что позволяет говорить о ней как о науке, как наличное бытие в лице Маркса и Энгельса, а потом Ленина развивал, потом Сталин эту науку развивал. И поэтому нам вообще повезло. Мы не только, значит, можем изучать эту науку, но увидеть, а что бывает, когда отказываются люди, отбрасывают науку, или не знают ее, или решили, что само поплывет, не надо бороться. Что, так сказать, общественные события могут разворачиваться сами, обязательно вот в лучшую для вас сторону. А они, оказывается, разворачиваются в такое худшее, что не знаешь, вот, Камиль Шамильевич, как даже подступиться даже к тем людям, которые заинтересованы объективно в улучшении, а как подступиться и как им помочь, даже тяжело, так сказать, обдумать, как на это пойти и что придумать, как сделать, чтобы это осуществилось. Поэтому у нас непростая задача. А чем, раз задача непростая, мы ее решаем. А. Практически у нас есть и Красный университет, и Фонд рабочей академии, и Рабочая партия России. У нас есть газета, с которой все время, так сказать, все больше и больше, более широко издается и раздается. То есть у нас есть инструмент, средство влияния. И это средство получило свой авторитет. И это средство себя застолбило, что признает Росгвардия, но не все признают частные охранники. Тогда приходится им вызывать этих Росгвардии, чтобы им же Росгвардия объяснила, что чего вы пристаете, это регистрированная газета. И никогда у нас не было, чтобы в итоге из таких некоторых мелких конфликтов мы бы не вышли тут победителями. Ну, поэтому мы имеем удостоверение у всех распространителей, где написано в этом же прямо документе, что воспрепятствие законной профессиональной деятельности журналистов преследуется до 2 лет тюрьмы за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Вот, то есть мы имеем, так сказать, в этом смысле прекрасную ситуацию, и ситуацию прекрасную мы имеем в обществе, что вот та борьба, которая была в период контрреволюционный, вот борьба за то, чтобы восстановилась коммунистическая партия, вот закрыта была КПСС в 91-м, и в 91-м через 2 месяца состоялся съезд РКРП, а к этому шла подготовительная работа. Был Объединенный фронт трудящихся, и он дошел до того, что его зарегистрировали, и мы выдвигали кандидата в президенты Макашова. Вот. А Сергеев, как член, так сказать, нашей, так сказать, Объединенного фронта трудящихся и движения коммунистической инициативы, был кандидатом в вице-президента. Я у Макашова был доверенное лицо. Мы в этом все участвовали. Но вот ситуация была такая в стране, что вот несмотря на наличие коммунистических сил, победить мы не смогли в то время, но зато, поскольку мы все время выступали и говорили то, что мы считаем нужным, и сразу это сформулировали как контрреволюцию, как отступление от марксизма, поэтому мы на этом все стояли, везде это публиковали. В «Народной правде» мы в один прекрасный день, когда Ельцин стал стрелять по Белому дому, написали «Раздавим путч Ельцина» в одной газете, а во второй «Раздавить гадину». И, значит, нас на 40 дней «Народную правду» приостановили в связи с чрезвычайным положением в городе Москва. Хотя мы не в городе Москва издаем. Ну, вот так оно распространилось. Вот, у нас забрали фактически 60 тонн бумаги газетной. Это очень большие деньги. Вагон. Ну, сказать, мы пережили этот этап. Газета не только не закрыта, а наоборот получила свою историю.
ну, прочную такую, потому что дело прочно, когда, значит, имеется соответствующий опыт боев. И поэтому мы спокойно наращиваем снова этот самый тираж и знаем, что никому не удастся остановить, так сказать, народную правду, коммунистическую агитацию. И мы не просителями являемся в России, в Советском Союзе, а мы являемся наследником тех людей, которые, так сказать, осуществляли прогресс. И вот наша позиция такая, и с этой позиции с нами я не вижу каких-то сил, которые бы с нами идеологически или политически, даже и не сражаются с нами. Так как бы те, кому надо знать, они все знают. А те, кто хочет с нами повоевать, он всегда проигрывает. Они пробовали. Есть у нас такие случаи, что наши товарищи проиграли в каких-то идеологических таких битвах? Нет. Нету. Ну, а значит, все зависит теперь от того, насколько, так сказать, прочной и широкой будет вот это движение. А это связано с тем, чтобы мы привлекли действительно тот класс, который в этом больше всего заинтересован. И который в значительной степени запуган или разделен этими самыми, так сказать, и теориями о том, что каждый одиночка, да хочешь жить, товарищ Шабусов, надо больше работать. Если 8 часов работать, работайте 10. Если 10, работайте 12. Вот тогда будете жить хорошо и так далее. Хотя, как мы понимаем, так можно заработать себе только болезнь. Ну, вот, и отправиться раньше не на пенсию, а прямо... Например, у меня отец умер в 50 лет. А у него льгота была. Он не с 60 на пенсию шел, а с 50. Вот, и я его уже пережил на 27 лет. Отца. Он работал в литейном цеху. Слесарем. И, так сказать, если бы это был только он, а все из его цеха также где-то вот вышли они на пенсию, на радостях, 50 лет, и все. И это широко распространено. Это связано с тем, что у нас химических производств полно, вредных производств полно. Я уже не говорю о том, что шахтеры просто погибают. И погибают, в том числе некоторые шахтеры, до того запуганы или до того, значит, устремлены как бы повысить зарплату, что они даже подкручивают эти самые приборы, в которых... Отключают. А потом, значит, ничего не показывают, все это продолжается, и взрыв, и много. Поэтому оглядываться нам некого в этом смысле. Мы вот эту задачу, которая осталась нерешенной о материалистическом истолковании Гегеля, о которой говорил Ленин, Ленин вот прямо призвал, мы в этой книге в первом томе так это и зафиксировали, выкинули всякие предисловия, поставили Ленина, где он говорит, что надо все понимать диалектически и надо, так сказать, применять эту гегелевскую диалектику в материалистически истолкованном виде. Что мы делаем? Что мы уже добыли? Мы добыли, что особенно большого там идеализма и нет. То есть вот первые две книги «Учение о бытии», там то, что относится к примечаниям, к не к основному тексту, к неразвитию идеи и так далее, а всякие там замечания про Бога и про там всякие мысли, это, так сказать, не является контекстом, не является основной тканью, поэтому там, в общем-то, все это можно просто действительно материалистически воспринимать и материалистически понимать, и больше ничего. Если взять книгу вот эту, «Субъективная логика», это том второй, то здесь мы тоже уже разбирались, здесь все тоже бы все хорошо, единственное, надо бы переставить два раздела. Один раздел у нас посвящен субъективной логике, а по существу, а другой объективной. Но почему-то начинается с субъективной логики, исходя из, может быть, из названия. Но название бывает сдают как. Или потому, какой итог будет в этом работе, да, или в книге, в главе и так далее. Или с чего она начинается. Так вот, с чего должна начинаться вот эта вот книга? Она должна начинаться с того, если не сделать разрыв. А это Гегель, если бы он, так сказать, отказался от единства вот этой части, с той частью, которая является учением о бытии и о сущности, это уже была бы не система. Так вот, чтобы считать, что это единая система, то с чего закончилась книга или том первый, с чего закончился, с чего должен начаться с этого том второй.
А том второй начинается не с этого, а том второй начинается с субъективного. И откуда-то появляется вдруг суждение, сначала понятие, суждение, заключение. Никак не связано это с тем, чем закончилась первая часть. А потом вдруг говорится об объективности, и в объективности говорится механизм, химизм, да, и идет, так сказать, развитие от простого к сложному, и там нетрудно к этому добавить и общественные все явления, потому что уже о них, о человеке говорит, и уже он говорит о видах даже животных, а не индивидах только, поэтому можно ведь человека понимать как одного, а можно как человека понимать как представителя общества или как общество в целом, человек. То есть дальше тоже нет никаких нарушений. Нарушение только одно. И вот для того, чтобы вот такая проблема была, проблема связана с тем, что Гегель идеалист, с одной стороны, а с другой стороны, что он прогрессивный человек и большой ученый. Как ученый он должен был, так сказать, развивать свою науку. А как идеалист он должен был сохранить, так сказать, может быть, в том числе и место ректора Берлинского университета. И человека, который там работал профессором. Не знаю, какая там была обстановка. Во всяком случае, он был же директором Нюрнбергской гимназии, там, значит, написал книгочку специально для детей, очень коротенькую, о том, философская пропедевтика, то есть кто еще ничего не будет разбирать, но привыкает к понятиям. Потом написал «Малую логику», это прямо такой учебник для вузовских студентов. «Малую логику», я о ней обычно и не говорил, и никто из нас ее не читает, потому что она короче, а поэтому понять-то ее сложнее, чем вот эту. Потому что здесь разъясняется, а там вот надо поверить. Поверить, понятно, вам читают лекции, как вам, надо верить. И вот что мы наблюдаем, что мы уже, так сказать, увидели, что надо бы это дело переставить. Но еще есть тут один момент. Вставка существует у Гегеля, которая многое объясняет и раскрывает. Эта вставка называется «О понятии вообще». И вот, казалось бы, закончил Гегель вот такую объективную логику. На чем он ее закончил? На действительности. А эта действительность получила последнее выражение в виде субстанции. А субстанция – это проявление этой самой действительности через причину в действии. То есть очень хороший конец как раз в этом смысле. И тут вдруг сейчас пойдет понятие, значит, субъективная логика, умозаключение, суждение, виды, классификация, никак не связано ни с тем, ни с содержанием того, что здесь, откуда это выскочило. Поэтому Гегель предпринял такое действие, которое является довольно странным. Вот посмотрите, с чего начинается вот эта книга. Эта книга начинается с того, что вдруг в самом начале появляется такое произведение, которое непонятно, куда его относить, а понятие вообще. Как можно говорить о понятии вообще, если мы к нему еще не пришли? Вот Гегель пришел к нему, если пишет о понятии? Нет. А понятие вообще, вот это произведение, вот это сегодняшнее занятие мы этому и посвятим. А понятие вообще. То есть он ушел от того, чтобы оттолкнуться от того, чем закончил, от субстанции. И потом перейти от субстанции к объективности. Там будет механизм, там будет химизм, там будет организм, там будет человек. Там будет человек. И раз там будет человек, там будет телеология, то есть постановка целей, их реализация, там будет познание истины. То есть дальше человек себя разворачивает уже как общественный человек, потому что истину один человек, так сказать, он даже слово «истина» не применяется в тех случаях, когда вот только один человек, или к тому, кто только ее открывает, только применяет. А так, вообще говоря, это общественное явление, добыча истины, наука. И дальше все идет понятно и хорошо. А вот этот вот кусочек, он заслуживает нашего специального рассмотрения. А понятие вообще,
То есть, с одной стороны, этим кусочком затушевал Гегель то, что он не идет прямо от того, что он, на чем он остановился, к тому, что идет дальше. Вот если вот сюда поставить объективную логику, прямо можно так и идти. С одной стороны. А с другой стороны, он здесь пытается и объясниться. И в этом объяснении он тут не выступает только идеалистом. Он выступает тут и идеалистом, и материалистом. И вот тут он в этом коротком произведении, понятие вообще. Ну как это вдруг? Вот идет такие строгие такие разделы, главы, и вдруг рассуждение о понятии вообще, если мы о понятии вообще ничего не знаем, определение понятия не дано, ни классификации никакой не дано, связи понятия с предыдущим материалом нету, выхода на завершение тоже нету, поэтому это вот подвешенное, так сказать. Чем он подвешенный? Вот тут, вот, можно сказать, он висит между материализмом и идеализмом. Мы его можем истолковать с вами вполне материалистически, а тут больше всего говорится с материалистических позиций, вот в этом разделчике. Ну и как-то, может, Гегель извиняется, что извините, я понимаю, что это должно быть материалистически, но уж так вот так сложилась жизнь, я дальше начну все-таки с субъективности. А вы как хотите дальше, можете потом переставлять как хотите. Он же нам не запрещает переставлять. Мы только в книжке не переставляйте, а в изучении это, пожалуйста, и в понимании, пожалуйста, переставляйте сколько хотите. Так. Указать непосредственно, в чем состоит природа понятия, так же маловозможно, как невозможно установить непосредственно понятие какого бы то ни было другого предмета. Но почему вы заговорили вообще о понятии? Мы к нему должны ведь прийти. А чтобы к нему прийти, надо, чтобы оно... Что, выражением чего-то было? А что, оно из субстанции выскакивает, понятие? Прямо из субстанции? Само выскакивает? Без людей? Без мозга? Без сознания? Без общественного сознания? Поэтому указать непосредственно, в чем состоит природа понятия. Только потому, что вот тут написано, что учение, субъективная логика, это учение о понятии, и почему мы должны, так сказать, приниматься за изучение понятия. Вот. Хотя мы должны смотреть на понятие не только как на субъективную предпосылку, вот я беру первую страницу, где говорится о понятии вообще, а как на абсолютную основу. Оно все же может быть таковой лишь постольку, поскольку оно сделало себя основой. Ну вот надо еще это сделать. Абстрактно непосредственно есть, правда, нечто первое, но как абстрактное. Оно есть скорее нечто опосредственное, основу которого таким образом мы, если желаем постигнуть его в истине, еще должны отыскать. Ну давайте искать. Взятое с этой стороны понятие должно быть рассматриваемо прежде всего вообще как третье к бытию и сущности. Вот не понятие должно быть рассмотрено прежде всего как третье к бытию и сущности, а третье к бытию и сущности называется понятием. А у него понятие вроде есть само собой, оно выскочило независимо от бытия и сущности. И никак, ни в конце, там не говорится, ни здесь в начале. И оно просто, оно, кстати, и в названии здесь тоже не написано, что это что учение. Но третья книга – это учение о понятии. Так учение о понятии должно начинаться с того, что появляется где-то понятие. Откуда оно появляется? Понятие должно быть рассматриваемо, прежде всего, как третье к бытию и сущности. Раз третье к бытию и сущности, тогда все понятно. Бытие и сущность рассмотрено. Третье к бытию и сущности является понятием. Так? Так. Ну, раз третье к бытию и сущности, так давайте. Третье к бытию и сущности какую имеет форму? Бытия. А? Бытия. Бытия. Почему? Потому что сущность есть отрицание бытия. Так? Значит, третье к бытию и сущности это второе к отношению к сущности. А второе по отношению к сущности это бытие. Но какое бытие? Бытие, которое включает себя. И бытие первичное, бытие и сущность. Вот такое бытие, которое является результатом двойного отрицания, а не первым результатом, или не результатом первого отрицания. Результатом первого отрицания мы имеем сущность. А при втором отрицании есть возвращение к сущности, но к такой сущности, которая
проходит. Да, через которое, то есть к такому бытию, через которое просвечивает и сущность, и вот первоначальное это бытие. То есть все там в нем это есть, но это надо рассматривать теперь уже как третье к бытию сущности. То есть вот здесь, не в структуре самой книги, а вот в этом вот кусочке, в этом кусочке он все-таки написал так, как надо. Что вот это третье к бытию и сущности, к непосредственному и рефлексии. Бытие и сущность – суть постольку момента его становления. Это как надо понимать? Дескать, вот понятие имеет свои моменты. Это не доказано. А вот если мы берем бытие и сущность, как моменты становления их, так сказать, результата, то вот их результат называется понятием. И вот тогда, если мы берем как результат вот этого результат этого движения, как третье к бытию и сущности, вот как третье к бытию и сущности, мы понимаем понятие. То есть понятие – это возвращение к бытию, включающее в себя и сущность, и то первоначальное бытие. То есть это сложная уже категория. Одна категория, которая представляет собой сама уже триаду. То есть понятие включается – это категория бытия, но восстановленного. Когда первый раз появляется учение о сущности, разговор о бытии, что, как называется восстановленное через сущность бытие? Основанное. Да, основание. Существование. Ну да, когда оно, существование уже будет с основанием и с предпосылками. Да, и вот такое вот... Такое бытие, которое имеет предпосылку основания и условия, оно уже называется, это восстановленное через сущность бытия существование. Вот существование. Ну, раз существование – это восстановленное через сущность бытия, то дальше идет уже, собственно, речь о бытии. И это бытие идет какое потом? За существованием потом пошло явление. Правильно? А с явлением идет действительное. А в действительном мы различаем и находим эту самую субстанцию. То есть субстанция как активное, так сказать, такое выражение этого действительного, не просто соответствующая сущности. Действительность – это такое бытие, которое есть прямо на поверхности. Вот если вы просто возьмете бытие, то в бытие есть то, что соответствует, так сказать, законом сущности, а есть то, что не соответствует. А если вы берете действительное, то оно соответствует. Поэтому людей много, а действительных людей не так и много. Можно ведь как говорить, что самые лучшие люди должны вступать в партию. А можно сказать, люди, которые находятся в партии, которые выражают интересы рабочего класса, это действительные. А остальные... Человек так действительно. А остальные находятся в процессе становления. Но некоторые уже имеют в процессе становления не в порядке возникновения, а в порядке прихождения. Это те, которые участвовали в разложении социализма, в уничтожении Советского Союза и так далее. И они их сейчас много. Только причем тогда, когда был социализм, казалось, что их мало. Их я удивляюсь. А что так, какие широкие репрессии? Как выяснилось, что репрессии должны быть гораздо более широкие, потому что теперь... Только меньшинство, оказывается, у нас коммунистическое. Потому что никто и коммунизм не запрещал. А что вы перестали быть коммунистами? Все кричали, мы коммунисты. Нас сколько было в партии миллионов? 17 миллионов человек. 18,6. 18,6. А это родители, у них еще дети, они воспитывают соответственно. То есть получилось так, что во многом, так сказать, борьба была острой, потому что, так сказать, с названием хорошо, а с содержанием и сущностью не очень. Или, скажем, рабочие в бюро и комитетах. Я когда писал свою вот книжку и диссертацию докторскую, я данные собирал, значит, больше 40% в бюро и комитетах рабочих на заводах не было. Больше 40%, нигде не было большинства. Ну, а уже больше о чем говорить? На заводах, в бюро и комитетах. Может быть, там в цеху в целом было больше, и на заводе больше рабочих, членов партии, чем рабочих. Но эта проблема еще была при Сталине и в борьбе с Зиновьевым рассмотрена, что, дескать, давайте шире принимать рабочих. Он говорит, Сталин говорит, мы уже принимали много рабочих, тех рабочих, которые участвовали в революции, в гражданской войне, а теперь мы принимаем тех, которые только что пришли и были еще мелкими собственниками, они сейчас со своими мелкособственническими устремлениями
пришли на завод, они, у них нет еще ни пролетарской идеологии, поэтому Зиновьев говорит, давайте 90% рабочих в партию. Ну, это значит, наша партия сразу перестанет быть партией рабочего класса. Поэтому здесь, так сказать, просто за формальной, так сказать, такой численностью погонишься, и это результата не получишь. Вот. Короче говоря, к чему мы пришли и что мы рассматриваем? Мы рассматриваем уже то, что является понятие, как, ну, как то бытие, которое обогащено и тем, что является его отрицанием, сущностью, и снятием этого отрицания. То есть оно выше и бытия первого, и выше сущности, оно есть восстановленное через сущность бытие, существование. И не только существование, за существованием еще идет действительность, еще идет явление и действительность. Оно еще является, оно еще и действительно, а действительно это то, что на поверхности, но соответствует сущности. И вот с чем мы имеем дело. И что тогда представляет собой понятие. Поэтому понятие представляет собой такую категорию, которую мы можем трактовать вполне материалистически. В смысле, это вот объект, ну, который взят не в той форме, в которой он прямо вот выглядит такой вот, такой он получен, как алмаз. Вот вы его достанете, он все некрасивые, эти алмазы. Их гранят потом, да? Вот. Но он не без формы, он должен взять с формой. Но это уже не что-то, так сказать, только первое, первичное. Это то, что получило вторичную обработку, и вот оно теперь понятие, когда мы говорим, это то, что в форме имеет место соответствие сущности. Не такое бытие, которое не соответствует сущности, а такое, которое сущности соответствует, то есть которое является действительным, и которое является как действительным. Является как действительным. И как действительным оно и выступает и в действиях, и в движении. Почему, скажем, в этом действительном, в разделе о действительном рассматривается еще и субстанция. Потому что субстанция – это проявление этой действительности именно как действие. Правильно? Субстанция, она в чем проявляется? В эксциденциях, так сказать, в том, на поверхности она проявляется, а не так, что она есть в глубине. Все у нас в глубине хорошо, мы в глубине глубокие марксисты, нам бы только что-нибудь сделать бы, чтобы это изменило жизнь в России, и совсем было бы хорошо. А так у нас все уже, все вот, очень все здорово. Вот поэтому тут вот интересные появляются мысли. Вот я просил бы вас всех, товарищи, и тех, кто здесь сидит, и тех, кто нас слушает и смотрит, а кружок смотрит много людей, и он уже несколько, уже больше двух десятков лет существует даже вот в интернете, в освещении. Вот взятые с этой стороны понятие должно быть рассматриваемо, прежде всего, как третье к бытию и сущности, к непосредственному рефлексии. А какое третье? Третье, которое является отрицанием бытия, или третье, которое является возвращением к бытию? Третье, которое является возвращением к бытию, ну, такое вот развитое бытие, развитое через такие формы, как существование, явление действительное. Она вот все это включает в себя, вот это все включает в себя это понятие. Поэтому, если вы берете яблоко кривобокое, но понятие яблока – это не только наше субъективное, это нормальный средний тип яблока. А если у вас, так сказать, вот, скажем, еще какие-то повреждения есть, органические или механические и так далее, то, конечно, это индивидуальное, единичное, оно не представляет собой, так сказать, выражение сущности, скорее отрицание сущности. Тут присутствует. Но вообще говоря, так сказать, в понятие входит такое бытие, которое соответствует сущности. Поэтому понятие яблока – это не значит, что оно у нас в голове. Понятие можно понимать и как объективное. Человек по своему понятию – кто? Человек по своему понятию – не Иванов, не Петров и не Сидоров. А человек по своему понятию – это общественное животное, общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Вот понятие человека. А людей, которые соответствуют этому понятию, много. А людей, которые не соответствуют этому понятию, еще больше.
Потому что надо быть и разумным. Ну а как, ведь, а в чем состоит диктатура буржуазии в сфере идеологии? Выколпачивать, одурачивать. И, скажем, везде и у Ленина написано, что никогда вы в буржуазном обществе большинства коммунистической идеологии не получите. Особенно вот ценной является его работа «Выборы в учредительное собрание и диктатура пролетариата», когда уже как бы расстались с тем парламентаризмом буржуазным, а вот тут учредительное собрание уже при советской власти выбирали. Ну и Ленин объяснял, что мы, конечно, там большинства-то не получим в учредительном собрании. Но это не значит, что мы бросим советы и займемся этим самым, тем, чтобы в этом высказывать свое особое мнение в этом самом меньшинстве. Почему? Потому что в буржуазном обществе буржуазная идеология господствует. А у нас еще пока буржуазное общество. Мы только начали строить социализм. Вот когда мы построим социализм, то можно иметь большинство. Но, как показывает опыт Советского Союза, можно иметь большинство коммунистов, то есть много коммунистов, и большинство вроде как такого признания, что мы за социализм, только они это представляют себе социализм человеческим. Вот примерно. Как-то по-своему. Примерно так. Как-то я однажды на занятиях по политэкономии говорю, что такое социализм? Один студент такой шустрый говорит, это, Михаил Васильевич, это когда социализм, когда все хотят лучше жить, пользуются благами жизни. Я на него так окрысился, говорю, вы откуда это взяли? Как откуда? Говорит, в учебнике прочитал. Я говорю, такого не может быть. Я говорю, вот сидите сейчас в библиотеку, принесите книгу. Он приходит с книгой, там написано и цитата из Ленина. Социализм – это когда каждый хочет лучше жить, пользуется благами жизни. Ну, я тут думаю, что такое. Ну, ладно, говорю, до следующего раза. Я потом начал читать, что за обстановка, когда было. А было такое дело, что после революции были забастовки рабочие. Приходят к Ленину. Вот забастовки. Ну, мы знаем, что делали с забастовщиками люди при Хрущеве. Вот. А тут к Ленину приходят, он говорит, только если, говорит, вы, если мы правы, надо пойти объяснить. А если мы не правы, надо пойти исправить. А что вы хотите, говорит, вот эти люди, рабочие, боролись за социализм. Так социализм – это когда каждый хочет лучше жить, пользуется благами жизни. Идите и вот разберитесь. Или так, или так. То есть, в общем, сказать, этот социализм не должен витать только как в воздухе. Он должен быть реализован. У нас и было реализовано. Как часы было снижение цен при Сталине. И это не отшло от того, что каких-то только идей. На самом деле производительность труда-то все время растет. Все время и везде. И во всех отраслях. Поэтому, если производительность труда растет, то значит в единице продукции все меньше и меньше содержится труда. А если все меньше и меньше содержится труда, то нормальным движением цен, даже плановых цен, которые уже не цены, а нормативы, является вовсе не рост, а снижение. А это было зафиксировано еще и в определенной системе, которую, может быть, не все знают из присутствующих, системе показателей. Вот у нас был показатель себестоимости, он не включал в себя, это не показатель всех затрат. Себестоимость не включала в себя того, что, так сказать, является какими-то затратами в других областях, связанные с, может быть, с транспортировкой этого продукта и так далее. Вот. Сверхсебестоимость – это то, что, так сказать, учитывается на предприятии. Вот эти затраты, которые учитываются на предприятии, они называются себестоимость. Это не все затраты. А остальное идет вроде как прибыль. Но это прибыль предприятия, а прибыль общества, она на самом деле больше. Потому что вот то, что идет уже, так сказать, из цены, а не с предприятия, это налог с оборота. То есть, если взять, так сказать, систему организации, она не построена как товарное хозяйство, она построена как планомерное хозяйство, в котором, ну, если цены должны отражать движение затрат, они все время шли вниз, а, соответственно, и розничные цены, если на все сокращаются затраты, они тоже должны пойти вниз. И они шли, как часы, пока не наступила контрреволюция. Поэтому вот в 61-м году убрали диктатуру пролетариата, в 62-м году не просто повысили цены так, чтобы было незаметно, а так резко повысили, причем на основные продукты, там молоко, мясо, яйца и так далее. И не просто пришли и сказать,
и поспорили, так сказать, с товарищами трудящимися, а как с ними спорить? Надо было объяснить. А что можно объяснить? Значит, надо не на это, так сказать, повышать, а вот на это, может быть, не, пока не снижать, а на другое снижать. Существует же вот определенная, так сказать, форма изменения, движения цен. То движение вверх запрещается для социализма. И оно и для капитализма запрещалось, пока не было монополизма, потому что все цены вообще падали. Всегда, если мы с вами конкурируем, и отдельные товаропроизводители, если я хочу вас побить, я должен дешевле продать. Вот вы моложе, лучше, красивее, а у меня будут мои пирожки покупать, потому что я на 10 копеек их дешевле продаю. И вы, если хотите меня побить, должны снизить. Не снизите, вы разоритесь, вы будете у меня работать. И мало денег получать, потому что вы проиграли. Примерно такая картина. Вот. Так что вот это наше занятие посвящено вот этому разделу, о понятии вообще, просьба его внимательно прочитать, изучить, и именно в нем, так сказать, и отражается то, что мы искали. Дальше мы уже говорили о структуре, мы структуру уже, так сказать, сформировали и записали. А вот здесь говорится откуда. И что делает объективная логика? Рассматривающий бытие и сущность составляет поэтому, собственно говоря, генетическую экспозицию понятия. Если это генетическая экспозиция понятия, то значит к понятию надо прийти через бытие и сущность. То есть от сущности надо идти, а не от того, что я поставлю вдруг ни с того ни с сего субъективную логику. Говоря точнее, уже субстанция представляет собой реальную сущность или сущность, поскольку она соединилась с бытием и вступила в действительность. Ну вот, пожалуйста, то, о чем вот я уже говорил. Субстанция, вот она уже вступила в действительность. Вот эта самая субстанция в своем выражении, она и представляет собой понятие. То есть под понятием мы понятие можем употреблять в двух смыслах. Понятие как вот объект, но в таком виде, в котором он соответствует, в котором достигнуто соответствие формы сущности. Если вы имеете соответствие сущности и формы, то есть это действительное яблоко, а не гнилое и не кривое, и не такое, как надо выбросить. Или вот чем занимаются на работе те, кто сидят в отделе ВТК, в отделе технического контроля. Это вот действительно, это не действительно. Это действительно, это не действительно. Вот то, что действительно, соответствует своему понятию. Вот это понятие, оно соответствует понятию вот того продукта, который мы выпускаем. Я когда вот мы в школе были на заводе два дня в неделю, в политехнической школе, и я вот работал на заводе почтовый ящик 936, я очень удивился, потому что мы все время в классе изучали все точные цифры, а тут то ли плюс, то ли минус, но так, чтобы ты точил, и чтобы у тебя получилось точно, никогда ни у кого это не получается. И не только у нас, которые там ничего не понимали в этом деле, только пришли, а у самых там крутых рабочих, которые имеют 6-7 разряд, а у них тоже просто у них допуски и посадки вот более точные. И нам когда не было таких вот допусков и посадок дойти. Но так, чтобы было вот точно такое вот и выходило, как пишется, такого не бывает в жизни. А на бумаге бывает. А то, что на бумаге, это идеальное выражение, это понятие. Поэтому надо различать понятие как единство бытия и сущности, как действительное, имеющее свою субстанцию. Вот так оно сейчас представляется перед нами. И понятие как то, что отражено в нашей голове. Наверное, наша голова отражает вот это вот. То есть вот то единство бытия, сущности и субстанции, как такого активного выражения и смысла этого понятия, этой сущности, а вовсе не то, что это вот я придумал, какое-нибудь понятие сформулировал. Сформулировал какую-нибудь абракадабру и пытаюсь ее вам навязать. Я им навязываю вот Лазарева, он отпихивается, говорит, не буду, это не пойдет, и все. И что я с ним делаю? Ничего не делаю. Потому что не на что опереться. А опереться можно на что? На действительно. На действительно. Вот то, что действительно, на него можно опереться и пойти дальше. А то, что почему мы вот, вот там спорим, что вот не получается, не сделать. Но нам надо опираться на то, что сопротивляется, то, что является твердым, прочным. Вот на то, что соответствует сущности. Если оно соответствует сущности, можно опереться. Может сложно, может трудно, может у нас не получится, может 10 раз не получится, а 11 раз
на 11-й раз что-то получится. Но надо пробовать. А если мы вот уходим от этого и начинаем выдумывать, просто выдумывать, это фантазии. А из фантазии, так сказать, ну, во-первых, мы никакого единого действия не получим через фантазии. И, во-вторых, мы не получим вот этого самого движения. Вот по существу, вот я просил бы вот это вот почитать с этой точки зрения, как здесь вот Гегель подает в этом это понятие вообще. Он на самом деле здесь продолжает эту вот объективную линию относительно понятия, и к ней бы надо было и прицепить, так сказать, вот все то, что относится к понятию дальше, а уж потом брать понятие в субъективном смысле. Объективность нужно было поставить после этого. После этого. А уж субъективность после объективности. Всего-то нужно сделать в этой вот книге перестановку, об этом мы уже говорили. Субъективная объективность, логику переставить местами. И все встанет на свои места. Потому что вот этот вот переход здесь имеется у Гегеля в этом разделе, хотя выглядит это странно, потому что идет все там по категориям, а тут вдруг о понятии вообще. Не понятие, не сущность, не форма. Там не действительное, не субстанция, не категория, а «о». Это вот, скажем, если вы начнете вот разговаривать об этом, я скажу, что вы тут вот все разговариваете, «о», да, «вокруг», да, «около». Так вы давайте прямо, вот какую категорию вы разбираете. Вот и тут Гегель вот вынужден был, борясь со своим идеализмом и продвигаясь при этом к материализму, он вот в этом много такого наговорил хорошего, потому что вот понятие имеет своей непосредственной предпосылкой субстанцию, она есть в себе то, что понятие есть как проявившееся. Вот вам и переход. Правильно? Смотрите. Понятие имеет своей непосредственной предпосылкой субстанцию, а субстанция в какой книге? В той, которую мы закончили. Она есть в себе то, что понятие есть как проявившееся. Вот проявившееся, вот это, субстанция как проявившаяся, то есть имеющая уже соответствующую форму, соответствующие сущности. И вот мы это понятие берем. А можно потом рассмотреть будет и отражение этого понятия в наших головах. Тогда мы будем рассматривать и это понятие как единство всеобщего, особенного и единичное. Но всеобщее, особенное и единичное существует не только в наших головах, потому что всеобщее, скажем, в отношении людей, это, так сказать, относится к тому, что человек есть общественное животное, трудящееся, говорящее и разумное. Вот, и трудящееся, да? Это всеобщее, единичное, потому что это какой-то конкретный человек, не индивид, а индивидуум. Это тоже Маркс различает. Индивиды, производящие в обществе, вот и действительно исходный пункт. Индивиды. А индивидуумы разные у нас. А индивиды, вот человеческие индивиды, это члены общества, индивиды. А словом индивид указано на то, что это единое с обществом. Диалектическое движение субстанции через причины взаимодействия есть поэтому непосредственный генезис понятия и изображает ход становления последнего. Вот прямо вход. Отсюда ясно, то есть то, что Гегель сюда вклинил, вот если это ход становления последнего, вклинил сюда вот это самое рассмотрение суждений отдельно, форм мысли. Это он поторопился, их можно было поставить потом. Вот, собственно, к этому сводится материалистическое преобразование и материалистическое понимание. Потому что понимание должно быть не такое, что я вот понимаю материалистически, оно должно в движении быть. Понимание – это движение мысли, правильно? Движение порядка, изложения. Вот это я хотел, товарищи, сказать. Слушаю. Следующее занятие у нас должно быть 28. Да, следующее занятие у нас должно быть 28. Оно пройдет уже в нашем новом помещении. Все знают, да? Кто не знает, есть? Тогда на этом разрешите наше сегодняшнее занятие закончить.